15 августа жители Люберец сдавали донорскую кровь для пациентов Центрального военно-клинического госпиталя имени Вишневского, в котором проходят лечение участники СВО. Как прошла акция, расскажем в сюжете. А меня можно красиво, пока я не лежу? Донором может стать любой здоровый человек от 18 лет, весом более 50 килограммов и не имеющий противопоказаний. Мужчины могут сдавать кровь не более 5 раз в год, женщины – не более 4. Между донациями должно пройти не менее 60 дней. Это, наверное, мой 5-й раз. Вот, сдавал до этого в институте. Каждый раз, когда к нам приезжали брать кровь, никогда не отказывался. Кровь нужна всегда, я думаю, поэтому грех не поделиться тем, что у меня есть, и ну, для организма хорошее обновление. Считаю это нужным делом, всем советую. Ничего от этого человек не потеряет. За первые 2 часа в Люберцах донорскую кровь сдали более 100 человек. Многие приходят семьями. Среди постоянных участников акции – сотрудники Люберецкого городского жилищного треста. Мы всегда откликаемся, когда нас зовут. У нас очень много почетных доноров. Сегодня у нас порядка 50 человек пришло. Добрый позыв – помочь, откликнуться. Поэтому мы и здесь. Не остались в стороне и сотрудники Люберецкой областной больницы. Ольги Поселяниной – третья отрицательная группа крови, которая подходит для переливания людям с любой группой крови. За свою жизнь была донором крови и плазмы более 40 раз. К донорству я пришла очень давно, когда мне было еще 17 лет. Перед поступлением в медицинский институт я впервые сдала кровь, чтобы помочь человеку. И с тех пор сдаю регулярно. Но поскольку мы военный госпиталь, потребности в крови есть. И для того, чтобы было достаточное ее количество, мы постоянно проводим эти акции. Мы их проводим как в военных частях, поскольку мы военный госпиталь, так и в настоящее время во многих гражданских организациях. В день проведения акции донорскую кровь сдали 162 человека. Банк крови пополнился более чем на 70 литров. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.